Имя героя России, летчика Олега Пешкова, погибшего в небе над Сирией, увековечили на его родине, в небольшом алтайском селе Косиха, где Олег родился и вырос. На церемонию, кроме родных и друзей, приехали сослуживцы. Штурман, который вместе с Олегом попал под огонь турецкого истребителя. Прибыл и командующий воздушно-космическими силами Виктор Бондарев. Мемориальная доска с именем Олега Пешкова появилась в Барнауле. Там прошел митинг памяти военнослужащих, погибших в боевых действиях. По словам главкома ВКС, в честь летчика назовут один из истребителей Су-34 в Липецком авиацентре, где Пешков служил много лет.